В рамках реализации проекта «Старший брат» активисты Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» обсудили план сотрудничества с руководством патриотических клубов «Братишки» и «Вятичи». Встреча прошла на базе местного ДСААФ во время сбора гуманитарной помощи детям в Сирии. Оба молодежных объединения базируются именно здесь. Ребята постигают азы строевой подготовки, занимаются спортом.